здравствуйте. Это программа «Подробности». Сегодня у нас в гостях председатель Рязанской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане Александр Костров. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день, Евгений Владимирович. Ну вот вначале все-таки как-то отталкиваясь от Дня города, от впечатлений от Дня города, вам вообще не кажется, что вот бренд, который у нас появился не так давно и начал активно раскручиваться, Рязань – столица ВДВ, ну, что называется, уже очень здорово раскручен. Все-таки даже День города у нас подходит под, что называется, флагом крылатой пехоты. И, ну, действительно, это вот уже в городе, ну, наверное, всем известно, что именно наш город – столица ВДВ. Ну да, Евгений Владимирович, конечно. Я с 91 года возглавляю организацию, и только с 2008 года, вот на мой взгляд, рязанцы начали праздновать День ВДВ все вместе. Потому что до этого День ВДВ проходил на территории 137-го гвардейского профессионального полка, либо на учебной базе в Сельцах, и основная часть горожан не участвовала. Ну, только смотрела, как в фонтанах бравые десантники купаются или еще что-то делают, да? А с 2008 года, с приходом в нашу область вице-губернатором Героя России Андрея Шевелева, Андрея Владимировича Шевелева, выпускника десантного училища, который, кстати, сейчас губернатор Тверской области, у нас действительно столица ВДВ, Рязань стала столицей ВДВ. Ну, собственно говоря, мы сегодня собрались в студии не для того, чтобы поговорить о том, как замечательно прошел праздник, а прошел он действительно здорово. Да. У нас задача более сегодня приземленная, а конкретно эта задача в том, чтобы максимально помочь одному десантнику, хотел сказать бывшему, но бывших, как известно, не бывает, простому парню, попавшему в трудную жизненную ситуацию, оказавшемуся прикованному к инвалидному креслу. Собственно, Александр Николаевич, история этого парня от вас. Геннадьевич, история следующая. К нам обратилась девушка, которая потом пришла и написала как бы письменную такую вот просьбу помочь ей. Она проживает с парнем, его зовут Юра, фамилия Васильев, который служил в Восточно-Сибирских войсках. Вот. И в 2010 году, после того, как он остался жить в Краснодарском крае, он получил травму очень серьезную и поломал шейные позвонки. И оказался прикован к инвалидному креслу. Вот. И вроде бы сначала-то я подумал, что он не подходит к нам, потому что мы занимаемся, наша по названию организации, это инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших воинов, ветераны военной службы. Он не относился, не относится никто ни к другой категории. Здесь это инвалид. Но у него получается по общему, ну, по общей травме. Вот. Но потом я подумал, а как же так? Мы столица ВДВ, да, и мы бросим этого парня, который живет в общежитии, в Соколовке живет, кстати, в четырехэтажном, в пятиэтажном общежитии на четвертом этаже. То есть, получается, он не может сойти. А суть проблемы была в следующем, что сосед за стенкой устраивал пьяные дебоши ночью. И особенно по ночам. И не давал парню просто спокойно спать, спокойно отдыхать. Тем более в такой трудной жизни ситуации находящемся. Да? Приходы, вызовы полиции сводились к разговорам. Он утихал и все. И тут вот я решил, думаю, почему нам не помочь? А чем тогда нам заниматься еще? Почему мы должны только инвалидами боевых действий, ветеранами боевых действий? Парень, который служил в войсках, в вооруженных силах, в вооруженных войсках, мы тоже попробуем ему помочь. В принципе, и действительно... Я связался с Очаловым Александром, это председатель городского отделения Союза десантников России, тоже десантник. И мы поехали вместе с Сашей к Юре. Приезжаем, смотрим, конечно, приходим туда, общежитие, ну, общежитие, да. Что парень действительно находится в комнате, как в клетке, ни ванной, ничего нет. Вот его как моют? Его на диване обтирают вот так вот полотенчиком, да. Вот это называется... как это, влажная такая вот... Влажная уборка. Влажная уборка, да. Вот, но я что посмотрел? У парня работают мозги, работают руки, работают ноги. Может быть, не в такой степени, чтобы он мог ходить, да, но трудно это все, потому что травма тяжелейшая. И как врачи говорят, ну, где-то порядка 60-70%, что он может выйти, он может выздороветь, да, и подняться на ноги. Он этого очень хочет, насколько я понимаю, и предпринимает да, к этому все да, усилия. Да, 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 и он этого именно хочет. И вот... Знаете как, я вот с мамой поговорил, все вместе мы втроем говорили, с ним девочка живет, Инна, она приехала с Донецка, с Украины 3 года назад, по переписке, она ему помогла в САКе, в санатории, для вот спинальников, для таких ребят попасть, и вернула, и приехала вместе с ним, сюда живет вместе с ним, да, и вот с мамой говорили, с Татьяной Ивановной, она говорит, у нас вот мечта,
мечта получить какое-то помещение на первом этаже, чтобы была ванная, чтобы можно было Юру купать, чтобы у него были нормальные условия, чтобы мог выходить. Ну и выезжать на улицу, Саша. И выезжать на улицу, так точно. Но что мы сделали сначала вам, Саша, да? Я его попросил, чтобы он купил пандус трехметровый раздвижной. И, а мы, как инвалидская организация, занялись его медицинской реабилитацией. То есть мы договорились с госпиталем ветеранов войн, и он сразу же поехал в Солочу с сыном, с девушкой, с его женой, с гражданской женой, в Солочу. И там вот месяц, ну, 21 день он проходил как бы реабилитацию. Вот. Потом он приехал, мы привезли пандус, попробовали, и получилось, что у нас трехметровый, он закрывал пролет. И теперь получается, если раньше Юру надо было спускать и поднимать троим мужикам, потому что он все-таки 1,80 м слишком, с лишним роста, да, то теперь Инна вместе с папой его вдвоем спускают и поднимают спокойно. То есть вот мы улучшили его возможность выходить на улицу. То есть они уже спокойненько, не напрягая никого, не прося, не обращаясь, всегда, знаете, просить это тяжеловато, да, уже спускаются сами на улицу. Ну, вот сейчас, насколько я понимаю, следующим этапом есть сейчас желание попросить, скажем так, Юриных коллег, воинов-десантников, которых в Рязани немало, помочь еще. Да, я считаю, что каждый, вот сейчас очень много машин, сейчас, ну, каждый может попасть в такую ситуацию, не дай бог, конечно, да, когда он окажется, может оказаться в инвалидном кресле. И я считаю, что если есть десантное братство, то вот десантники наши рязанские, они должны помочь этому парню. А потом и тебе тоже так же помогут. Если ты дашь рубль 10, там, 1000 рублей, да, много-то мы не просим. Если каждый из нас бросится хотя бы там по 500, по 100, по 1000 рублей, то мы наберем эту сумму. Тем более, что Юра живет в комнате, ну, она может стоить там 200, там, 300 тысяч рублей в Соколовке, да, и надо будет просто добавить денег вот на ему на квартиру. И я считаю, что это все в наших правилах. Я разговаривал, вот когда мы проводили спартакиаду в мае месяце, да, и приезжала команда Касимовского района, наши парни там и десантники были, я их спросил: ребят, вот если такая ситуация будет, вы готовы помочь? Они говорят: вопросов нет, мы поможем, мы по 1000 рублей скинемся и отдадим эти деньги. Сергей Николаевич, ну, насколько я понимаю, сейчас есть желание вот это, что называется, обратиться ко всем, кто может, и контактный телефон, куда обращаться, чтобы помочь вот этому парню? Ну, я бы, конечно, хотел обращаться ко всем воинам-десантникам, которые проживают на территории Рязани, Рязанской области, помочь вот вашему брату. Я сам пехотинец, я не служил в ВДВ, вот, хотя, может, и сожалею, но дело-то не в этом. Можно обращаться и деньги приносить к нам в офис, улица Введенская, дом 92. Вот у нас еще была такая идея, что, может быть, с МТС, там, с СМС-ками связаться, но я не знаю, как это все делается, тяжело. Я считаю, что просто вот у нас есть бухгалтерия, да, и каждый, кто отдаст эти деньги, они будут целевые, они пойдут Юре, они, каждый получит приходный ордер, бумажку на то, что вот он получил. И мы будем каждую неделю подводить итоги на вашем канале и говорить, сколько собрали денег. Я считаю, что это единственный шанс. А телефоны наши 21-04-55-45-74-43. И наш офис, улица Введенская, дом 92. Еще раз повторю номера телефонов. 21-04-55 и 45-74-43. Позвонив по этим телефонам, можно принять участие в акции, которую вот только что мы объявили в нашем эфире, и помочь Юрию Васильеву, десантнику. У нас в гостях был председатель Рязанской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане Александр Костров. Это была программа «Подробности». До встречи в эфире.